ticket? Промазал. Вот каждый год такая штука проходит. Конец учебного года отмечается таким образом. Разные игры устраивают для детей на школьном дворе. И потом там ужин для всех желающих. Им раздают в школе такие талончики. Сейчас Артур покажет. Талончики раздают, и ну, их там какое-то количество, штук 10 или сколько дают. И потом с каждым талончиком можно участвовать в любой из этих игр. Игры, в принципе, это не школа организовывает, а родители. Некоторые из родителей просто приносят какие-то свои игры и устанавливают здесь, чтобы дети потом играли. Привет! Сегодня у нас праздник школы, сегодня там праздники. И каждая игра, ну, стоит за один такой билетик. И сколько тебе дали таких билетиков? 10. 10 Нет, штук. 10 штучек. Но на 10 игр поиграть бесплатно. Ну что, куда еще пойдешь? Там больше нету. Вон там пошли, посмотрим, там может лотереи опять какие-нибудь есть, как в прошлый раз, может что-нибудь выиграем. А тут он бой на подушках, смотри, будешь участвовать? Только тут, правда, девчонки одни, тебе нужен соперник достойный. Ты технику понял, Артур, как будешь действовать? Равновесие надо держать. Да главное не упасть. В голову бить запрещено по правилам. Тут уже стол готов. Кунжух. Тут билеты покупать. Если у тебя еще есть, у тебя еще не закончились билеты. Держи равновесие. Ты соль, ты пьёшь соль? Молодец. А это другое было. Покажи конфетку. Par contre, t'as vu qu'il faut toute la ligne avec le. Tu peux mettre un peu par ici, regarde le fond. Ouais? Non? D'en face? Gâteau? Da. Контролируй, натягивай ровно, держи его, чтобы он ровно катился, а потом медленно, не резко отпускай. Давай, еще шанс. Медленно. Спасибо, сказал. Тебе и купим попкорн.